Всем привет! Решил записать небольшой видеоотчет о поездке в дельту реки Волга на подводную охоту. Последний раз в дельте мы с Владимиром были в прошлом году, во второй половине августа. Охота в плане трофеев у нас не совсем удалась в связи с низким уровнем воды и, как следствие, отсутствием крупной рыбы. В этом году в дельте аналогичная ситуация. Весна выдалась маловодной, но другого компромисса весной у нас нет, и мы едем в низовье Волги на подводную охоту. Мы выехали в 10 часов дня, планируем к вечеру добраться до Волгограда. В Волгограде закупить провизию на 3 дня и к 3 часам ночи добраться до базы. Общая протяженность маршрута составит 1500 километров. На базе у нас уже забронировано жилье и лодка. Егерь по телефону нам разведданные уже доложил и ждет нас. Как приедем на базу, все заснимем, поснимаем подводную охоту. В общем, будет интересно. Увидимся на базе. Добрались мы до базы, сейчас будем размещаться, ложиться, отдыхать, спать, и завтра с утра, часиков 10, будем выезжать на воду, делать первые заплывы, смотреть, что как с рыбой у нас в этом году. В бассейне полном разбита пластик, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорость и глубину, ну-ну-ну, на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. В бассейне полном разбито по стеклу, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорость и глубину, ну-ну-ну, на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну, но-но. Такой вот экстремальный молодежный спорт. Из-под осколков еле виден мой силуэт. Я оставляю за собой ярко-красный след и ставлю новый недосягаемый рекорд. Мои болельщики следят за алой полосой. В бассейне бликами причудливо играет свет. Порою кажется, что уже надежды нет, но я выныриваю снова всем назло живой. В луже собственной крови на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках. Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал. Врачи качают головами, типа так нельзя. А как это нельзя, когда на самом деле можно? Хорош зудеть, я точно знаю, что не утону. Смотрите все, я сейчас еще раз сигану. Такой вот экстремальный спорт молодежный. В бассейне полном разбито по стеклу, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорость и глубину, ну-ну, на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла. Thank you.
Результат первого дня охоты на Харбате не радует. Добыто всего несколько карасей и лещей на ужин. На следующий день принимаем решение выехать на раскаты и поискать рыбу там. В одной из кулик мы с Владимиром находим рыбу. Вперемешку с карасем стоят небольшие сазанчики и сомики. Видеосъемку провести не удается, так как прозрачность воды всего 1 метр и плотные заросли камыша. Эта кулига нас очень выручила, и мы домой едем с рыбой. К сожалению, ничего трофейного добыто не было и даже не видели. Вывод один. Очень тяжелая экологическая ситуация в дельте не позволяет крупному морскому сазану подняться на ближайшие раскаты и в протоки. Прогноз на лето тоже неутешительный. Всем пока. Чистой воды вам и крупной рыбы.